Патриотизм и духовность – эти два понятия неразделимы. Вот главный постулат, звучавший на сегодняшнем заседании Совета. Опыт различных религиозных конфессий просто неоценим в патриотическом воспитании, особенно молодежи. Именно поэтому и органы власти, и религиозные объединения должны консолидировать усилия, совместно решая поставленные обществом задачи. Тем более, что у каждой конфессии есть огромный опыт нравственного воспитания молодежи. Мы видим очень много добрых примеров религиозных объединений. Ну, допустим, я назову всем уже известный в Оренбургской области центр «Форпост», который еще пока только строится, но уже заявляет о себе. И попечительский совет по строительству этого центра возглавил сам губернатор Юрий Александрович Берг. Это как раз центр духовного, патриотического воспитания молодежи через православие в данном случае. Я могу назвать те замечательные лектории, которые проводит мусульманская церковь у нас на территории Оренбургской области, те летние лагеря, которые проводят представители протестантского направления. То есть это все уже у нас есть. И этому доброму надо помочь укорениться на нашей оренбургской земле.